Мост, Москва, Баку, Кишинев, Тбилиси. На вопросы журналистов отвечает Андрей Климов, зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Говорят в том числе о Приднестровье и переговорном формате. 5+2 – формат, действительно, который за многие годы себя во многом оправдал, не во всем, но во многом, и другого у нас формата нет на сегодняшний день. Россия, как мало кто другой, заинтересована в том, чтобы там все шло цивилизованно, исключительно в рамках международного права, с уважением каждой из сторон. В переговорном процессе наше взаимодействие как никогда активно. Вы знаете, что Россия в полной мере поддерживает позиции, направленные на скорейшее решение всех проблем, на выработку механизма гарантий и на приоритет социально-гуманитарных интересов в рамках нашего диалога с Кишиневым. Россия – это стратегический партнер Приднестровья. Мы наладили очень хороший системный режим контактов с Дмитрием Николаевичем Казаком, со всеми ведомствами. Вы знаете, у нас подписано более 20 межправительственных соглашений с Российской Федерацией по разным направлениям. Приднестровье за диалог на всех уровнях, а вот Молдова отмалчивается. Переговоры сейчас на паузе. Нерешенными остаются вопросы телекоммуникаций, банковского взаимодействия, нейтральных номеров. Механизм не работает в полную силу. Встреча в Братиславе результатов не принесла. Итоговый протокол так и не подписали. Шестичасовой диалог политпредставителей в Кишиневе тоже завершился ничем. А ответный визит в Тирасполь и вовсе не состоялся. Александр Пленке отказался ехать в Приднестровье. Проблемы в переговорах отправляются в 2020 год. Колбань. Эта страна с 1 января возглавит ОБСЕ.